Приветствую! Обновление данных осталось всего лишь несколько дней. И именно поэтому мы сегодня рассмотрим вопрос о штрафах ТЦК и ЕСП за необновление данных. И мы поговорим о том, как избежать штрафа ТЦК. Естественно, все это мы будем рассматривать с точки зрения действующего законодательства и исключительно в рамках действующего законодательства. Итак, способ первый, как избежать штрафа ТЦК и ЕСП, он, конечно же, на поверхности. Нужно обновить данные. Вот, да, как бы это ни звучало, обновил данные, все, вопрос о штрафе точно не стоит. Но что делать, если так уж вот случилось, что вы по каким-то причинам не обновили данные? Не знаю, там заболели, отложили это на последний день и в последний день забыли об этом. Или заболели в последний день, либо не достоялись в очереди в ЦНАПах. А в ЦНАПах во многих городах сейчас просто жесть. Там сумасшедшие очереди, просто вот как на концерт, на какой-то, на стадион, просто сумасшедшие очереди. А резерв человек не хочет устанавливать, да, это его право, и он может обновить через ЦНАП, через ТЦК, но вот не получилось у него. И дальше встанет вопрос о штрафе. В каких случаях человек сможет избежать этого штрафа? Первый случай, он предусмотрен статьей 38 Кодекса Украины о административных правонарушениях, и этот случай связан со сроками привлечения к административной ответственности. Как вы видите, статья 38 установила сроки привлечения к админответственности по статьям 210 и 210 прим. Естественно, мы здесь говорим о статье 210 прим, поскольку именно она предусматривает нарушение законодательства об обороне и мобилизации. А будьте уверены, суды будут признавать закон 36.33, бывший законопроект 10.449, как часть законодательства о мобилизации и мобилизационной подготовке. Итак, что мы здесь видим? Здесь мы видим, что срок привлечения к ответственности 3 месяца с момента выявления и год с момента совершения. Соответственно, если ТЦК и ЕСП не успели человека привлечь к админответственности в течение этих сроков, то все, человек избежал штрафа. И, собственно говоря, здесь нужно обратить внимание на что? Год будет отчитываться с 17 июля, то есть когда последний день обновления данных, вот с того дня, по сути, если человек не обновил, то со следующего дня уже считается, что он совершил правонарушение, и вот, соответственно, год длится, да, то есть уже там с какого 18 июля 2025 года человека нельзя будет привлекать к ответственности, даже если выявили это правонарушение в том же июле 2025 года. Конечно же возникает вопрос, а что делать тем, кого по ком выявили правонарушение раньше, кого, например, задержали, доставили в ТЦК в связи с тем, что человек не обновил данные. А я думаю, что вот с 18 июля текущего года будет именно так. И хотя правомерность этого у меня вызывает некие вопросы, но я более чем уверен, что представители полиции будут задерживать людей за необновление данных. С моей, кстати, правовой позицией по этому вопросу и почему полиция, на мой взгляд, ну, сомнительно, может ли задерживать человека, либо нет, можно ознакомиться в видео, ссылочка будет в описании, там я подробно объясняю, и вы можете в общении с полицией тоже апеллировать к этой позиции. Итак, момент выявления. Когда он может произойти? Он может произойти как 18 июля текущего года, так и в декабре этого года, либо в феврале следующего. Всегда, понятно, там будет вопрос у нас, как ТЦК и ЕСП будет доказывать момент, когда правонарушение выявлено. И мы на это будем обращать внимание, когда встанет вопрос о разборе дела и оценке перспектив обжалования этого дела и
для всех, вот помните, если вы самостоятельно это хотите сделать, не обращаясь к юристам, обратите всегда на этот момент. Зафиксировано ли где-то в тех документах, которые есть у вас, это протокол у вас будет, это будет постанова ТЦК, указано ли там где-то момент выявления правонарушения. Потому что, если не указано, то там возникнут вопросы по обжалованию и возможности обжаловать. Далее, здесь мы зафиксировали для себя, да, то есть пропуск сроков, он позволяет человеку избежать штрафа от ТЦК и СП. Идем дальше. Следующий момент, который позволит человеку избежать штрафа за необновление данных, это вот та всем известная примитка к статье 210 КУПАПа. К ней еще раз я хочу вернуться, потому что она очень такая вот яркая и вызвала бурю эмоций и бурю обещаний в сети. Потому что многие люди, многие блогеры и в том числе юристы вот прям заверяют, что по этой примитке 100% можно обжаловать штраф. Друзья, ну, как вам сказать? Во-первых, нельзя давать 100% гарантию. Мы, юристы, все-таки это не... Я не знаю, не техникой мы занимаемся, да, где можно дать гарантию на товар. Вот в нашем вопросе сложно давать гарантию. Почему? Потому что решение принимает другой человек, решение принимает судья. Ну как можно гарантировать принятие того либо иного решения другим человеком? Ну и главное, вот что есть в статье 210 и как это будет работать на практике? Самое главное, и мы заканчиваем видео, смотрим. Вот это 210-я статья, и вот она, примиточка идет, да, вот она. И вот здесь я хочу обратить внимание на то, на что вот многие, кто комментирует эту статью, почему-то не обратили внимания. На вот эти слова. У разі можливості отримання, даже сократим, у разі можливості. У разі можливості означает наличие фактической возможности. Как многие комментаторы говорят, ну вот же в законе про единый реестр там написано, что должны синхронизировать данные, мол, все, этого достаточно. Нет, нет и еще раз нет. Здесь написано «у разі можливості». А это значит, что на практике? А на практике, вот будьте уверены, это будет значить следующее, что когда вы придете в суд обжаловать постанову о возложении на вас штрафа, ТЦК и СП придет в суд с письмом от Министерства обороны. И в этом письме будет указано, что на сегодняшний день технической возможности нет. И все. Вот они прямо напишут, у нас нет технической возможности получить эти данные из других баз. И вопрос, вот как вы думаете, суд чью позицию в этой ситуации примет, а? А дальше у меня вопрос к тем, кто уверенно так говорит, да не обновляй данные, мол, по примитке ты все оскаржишь. А у меня вопрос, а этот человек, который такое советует, он готов в случае проигрыша оплатить штраф за человека? Задайте ему этот вопрос. Подчеркиваю, я не призываю вас сейчас придерживаться моей позиции. Вот она ж не идеальна, она не является истиной в последней инстанции. Но вы прислушайтесь к ней и подумайте, что будет, когда ТЦК принесет вот такое письмо, суд скажет, плати штраф. Вот тот человек, который вам посоветовал не обновлять данные, он заплатит за вас штраф? Или он будет рассказывать вам сказки о том, что эта система против тебя сыграла и все такое? Да нет, не заплатит он штраф. Он будет вам рассказывать, что эта система виновата. А виновата в этой ситуации не система, а этот человек, который вам такое посоветовал. Потому что у него нет понимания, как работает система. Он не смотрит на один шаг вперед. Здесь просто на один шаг вперед надо посмотреть. Поэтому, друзья,
принимайте во внимание то, что я сказал. Учитывайте это, учитывайте возможное развитие событий. Ну и я напомню, что если вы суд такой проиграете и будет штраф, вам либо платить его придется, либо же будет арест счетов, арест имущества. Вы понимаете. То есть здесь вопрос рисков достаточно серьезный. Так, наговорился уже, хватит. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео полезно, ставим ему лайк. Подписываемся на мой YouTube канал. Также приглашаю вас в свой Telegram канал. Ссылочка на него есть в описании к видео, а название вот сейчас вы видите на экране. Ну и очень надеюсь, чтобы вы не оказались в той ситуации, о которой мы сегодня говорили. Удачи вам, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.